Всем привет, друзья, с вами RealSablix, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Gemini Heroes Reborn. Переводится это как «Близнецы, герои, возрождение». Игра представляет собой экшен-приключение с использованием сверхспособностей. Ну, кто не знает, также есть сериал, который называется «Герои». И еще есть продолжение «Герои возрождения», в котором как раз-таки и рассказывается о таких людях со сверхспособностями, которые обнаружили их в себе там, в определенное время. В эти способности входят остановка времени, чтение мыслей, летать по воздуху и еще там какие-то, не помню, давно смотрел. Вот, и, соответственно, игра, скорее всего, как-то связана с этим сериалом, раз у нее такое название. Как бы это очевидно. Ну что ж, поехали. Так, попав в передрягу, убегайте, это лучшее решение. Ну, смотря какая передряга. Но если в это советует сама игра, то почему бы не прислушаться? Итак... Алекс, ты уверен, что это место заброшено? Ага, на 99,9%. Тогда зачем подкрадываться? Береженого Бог бережет, верно? Ты ведь не боишься? Ни капельки. Что ж, тогда ладно, иди за мной, сюда. Ну вот это вот... Девушка эта, мы будем играть за нее. Полагаю, придется перелезть. Эй, смотри-ка. Можно пройти здесь. Тебе правда не обязательно идти со мной дальше? Легче легкого. Ты правда ничего не помнишь о своих родителях? Нет. Когда мне было примерно 12, со мной произошел ужасный несчастный случай. До этого момента я совершенно ничего не помню. Эй, Кассандра, смотри-ка, полная луна. Говорят, увидеть ее днем к удаче. А, правда? И кто такие они? Эскимосы в Гренландии? Алекс, ты же знаешь, что я сразу вижу, если ты что-то выдумываешь. Ладно, виновен во всем, по всем пунктам. Я просто знаю, как тебе важно найти информацию о твоих родителях. Кажется, ты нервничаешь. А как иначе? Я искал информацию о них всю свою жизнь. Если здесь есть подсказка, я найду ее. Так, движение. Вы ASD. Ну, все стандартно. Так, сейчас подождите, я мышку чуть убавлю. Так, ну вот я настроил и чуть-чуть поменял графику. Надеюсь, там это не сильно заметно будет. Значит, компания, на которой ты работаешь, купила это место? Что здесь раньше было? Офис департамента сельского хозяйства, корпорация Renatus хочет сделать из этого места серверное хозяйство или что-то в этом роде. Но это намного превосходит мой класс оплаты. Я случайно наткнулся на какую-то информацию от твоих родителей. Главный офис пытался связаться с бывшими работниками. Я видел их имена в списке отдела кадров. Так, мы пока еще не можем с вами бежать. Просто еще обучаемся чуть помаленьку. Опа. О, смотрите, ноги в этой игре. Это лишь предположение, но если там пылятся какие-нибудь папки или старые резервные диски, возможно, нам удастся найти номера социального страхования или даже предыдущий адрес. В этой игре ноги есть. Охеренчик. Я вам скажу. Как там? Ноги в игре плюс 10 к реалистичности. Или что-то такое. Так, ну это, видимо, запрещенная зона или что-то такое. Предупреждение. А мы лезем туда, куда нас говорят нам не лазить. Почему мы бегать не можем? Вот тут чувак может, а мы нет. Мы просто идем пешком в развалочку. Опа. Эй, взгляни на эти классные смарт-очки. Несколько работникам Renatus предложили испытать их, и мне повезло. Только не болтай о них, иначе меня уволят. Потом засудят, а потом еще чего-нибудь похуже. Эй, ведь друзья и нужны, чтобы хранить секреты. Отлично. Потрясающие очки. Абсолютно, они обладают всеми функциями нового смартфона. С них можно отправить текстовое сообщение, войти в интернет, вести фото или видеосъемку. Они даже контролируют твои жизненно важные показатели. Ух ты, преобразование голоса в текст? Круто. Нравится? Взгляни как на это. Посмотри на меня несколько секунд. Фокусировка, что ли?
Ну, смотрю я на тебя, и чё? Тыкнуть что-то на тебя. Чувак, мне хватило, что я посмотрел на тебя уже секунд 20. Чё делать? Алло, игра. Я, короче, загрузился, потому что там зависло все. Они фиксируются на ком, кого прогнозируют маршрут этого человека. Потрясающе. Верно, они могут делать много чего. Погоди, что это было? Ты это слышал? Вот, потому что там что-то зависло, я не понял, что там вообще делать. Здесь есть кто-то еще. Охранники? Ты говорил, что здесь никого нет. Я сказал на 99,9. Если спрячемся, то невозможно нас не заметят. Пригнись. Ух ты, мои очки их обнаружили. Они идут прямо к нам. Если твои очки. Это очки того чувака. Очень гениально, кстати. Оригинально придумали, что это является очками. Нам нужно идти. Иди за мной, старайся, чтобы тебя не заметили. А... Это гениально. Смотрите, как контрольная точка хорошо работает. Почему... Я пошел за те доски. Почему я не за чуваком спрятался? Так, надо внимательнее играть. Конечно, вот это поэтапное обучение очень бесит. И вот, ну я не могу двигаться. Почему я не могу погулять? Ну, из-за того, что я мог туда пойти, ну ладно. Могли просто невидимые стены поставить. Так. Сейчас-то все хорошо будет, надеюсь. Так, давай, давай, чтобы тебя не заметили. Окей. Неужели в этой игре будет вестись какой-то стелс? Сюда, ступай осторожно. Сюда. Ладно, думаю, мы уже достаточно далеко. Давай. О, нас научили бегать, ура! Свершилось чудо! Друзья мои, мы с вами можем бегать. Кто эти парни? Я не знаю, но это точно не костюмы Ренотас. Ладно, что же нам делать? Мы незаметно выберемся отсюда. Уф, должен быть способ получше. Ладно, спорим, они нас там не заметят. Там? Алекс, подожди. Ты... Я серьезно. Ты так и будешь продолжать идти? Хорошо. Полагаю, у нас выбора нет. Ну, ты будешь идти сегодня? О, тут смотрите. Да, я видел в трейлере там паркур вроде как. Это, наверное, ключевая механика игры, так скажем. Ну нихера себе. Это легче, чем кажется. Просто подбеги к стене и подпрыгни прямо перед ней. Ты гений, да? А вот если бы это было в реальной жизни, то есть ты бы также сказал, подбеги, просто подпрыгни к стене. Ладно. Даже руку не подал. Ты даме руку не подал, понял, мудила? Ну же, ты что, шутишь? Чувак, что с тобой? Я, конечно, понимаю, что все мы чудотворцы, и тут игра про сверхспособности, но неужели... У чувака способность сходить на месте, это просто изумительная способность. Давай же. Если вначале такие косяки... Да ты нихера себе как рванул! Слушай, когда мы встретились на занятии по экономике, ты могла себе представить, что мы будем вместе взбираться по заброшенному зданию? Это вообще нисколько. Затащил девушку хер пойми куда. Хер пойми каким службам. Хотя это как бы ей надо выяснить, что же у нее там с родителями. Нам нужно перепрыгнуть через разлом. Это должно быть несложно. Главное не смотреть вниз. Эх, я молодец. Ладно, твоя задача. Ой, твоя очередь. Ты ведь понимаешь, что это безумие? В смысле, ты, соответственно, тоже сумасшедший.
А я вниз посмотрю. Все, я плохой человек. Я посмотрел вниз. Опа. Эх. Ну тут хотя бы связали это с прохождением игры, это обучение. Навести меня как-нибудь, я бы показал тебе места, которые я знаю, тебе понравились. В смысле, у меня там хорошие друзья и все такое, но никого вроде тебя. Если бы ты спустилась, бы мы смогли бы, ну ты понимаешь, хорошо провести время. Мы это точно сегодня сделаем? Нихера! Это больше предыдущего, необходимо правильно рассчитать время. Охереть. Мы быстро избавимся от тех парней. Посмотрим, что ты умеешь. Эй, иди. Нет! Чувак! И мы вместе с ним. Кассандра! Я в порядке, наверное. Наверное, я не успел прочитать. Попробуйте сочетать разные способности, чтобы по-новому избавляться от врагов. Окей. Кассандра, ты меня слышишь? Кассандра, скажи что-нибудь. Я в порядке. Просто дыхание перевожу. Оставайся. Да, оставайся на месте, я найду тебя. В смысле ты меня найдешь? Вот он я. О нет, боже, у нас неприятности. Эй, послушай, я могу объяснить? Я всего лишь осматривался. Погодите, постойте. Эй, пожалуйста, не делайте мне больно. Мы не знали, что... То есть кто-то есть. Боже мой, Алекс. Убедись, что он был один. О, нет, нет, стой. Не подходи сюда. Пожалуйста, нет. Швакни его. Ух ты, что? Что произошло? Где это я? У нее, то есть, перемещение в пространстве есть способность. То есть, так я понимаю. Почему это место выглядит таким другим? Оно выглядит новым. Как будто пожара не было. А, то есть ты в прошлое переместился, тебя это... Алекс! О! Вот это да какого? Прекрати! Оставь его в покое! То есть у нее способность, как у азиата, я забыл, как его зовут, из сериала. Она может двигаться сквозь пространство и время, как там говорилось. Ну-ка. Куда вы его ведете? Такого я не помню у этого азиата такой способности. Это все ужасная ошибка. Пожалуйста, отпустите его. Они как будто не видят и не слышат меня. Опа, исчезло. Нихера себе, прикольная завязка. Слушайте, мне нравится. Вкатрил. Окей. Почему это со мной сейчас происходит? Это из-за падения? Просто в экстремальной ситуации они же в основном обнаруживали эти способности в себе. Вот экстремальная ситуация. Мне нужно найти Алекса. И если я могу смотреть сквозь время, возможно, я увижу его. Так, Ю, чтобы посмотреть сквозь время. Вот они. А, то есть это тоже здание, но целое. То есть мы... Я спасу тебя, Алекс. Так, мы должны увидеть... Где он лежит? Переместиться туда, забрать его и переместиться в какое-то другое место. Я правильно понимаю? Подожди. То есть это все, да? Смотрите, я как понимаю, нам нужно двигаться туда и смотреть, куда они его потащили дальше. Так, давай. Так, сюда. Так, и сейчас нам нужно, видимо, использовать... Да. Опа. Да, вот они. Так, куда вы его волокете? Ага. Именно из-за меня Алекс пришел сюда. Я должна что-то сделать. Так, ну мы пока можем, что можем, это следить. Сквозь время. Кстати... Воу! Сквозь... Время, окно времени, так его назовем. Так, тут нам не дают пройти. Нельзя, чтобы он меня увидел. Кто знает, что они сделают, если поймают. Печать врагов, посмотрев на них, если охранники вас заметят, они нападут, будьте скрытны, чтобы избежать боя. А мы не можем там что-нибудь...
как-нибудь. То есть она сама связывается с точкой времени, куда ей... То есть куда она может смотреть. Так, собственно... Как прокрасться мимо этого парня? Тихо. Контакт замечен. О-о. Тихо. Какого? Ты охренел, что ли? Охереть можно. Я нашел тебя. Так, а и чё? Пока нет прохода, но возможно будет. Какого прохода? Используйте сквозь время, чтобы найти выход. Ну, я нашел выход. А как его использовать? Как его применить на текущее время, этот проход? Так, может быть, присесть? Там, откуда я пришла, есть выход. Но как мне вернуться? Стоп. Если могу увидеть сквозь время, возможно... Я смогу двигаться сквозь него. То есть чувак там в этой... В прихожей там или где он там был... забыл совсем у нас. Так, используйте ее, чтобы смещаться в разные периоды времени. Ладно, давай сделаем это. О! Охеренно! Да! Это изумительно! Я теперь могу делать это смещение во времени? Когда захочу? Да... Ладно, значит, сначала я разведаю, что там впереди, чтобы убедиться, что берег чист. Затем я смещусь. Хорошо, Алекс, я иду. Ну, значит, мы переместились сквозь стену. Итак. Охеренно, слушайте. Прям классно. Очень нравится. Так, давайте посмотрим. Так. Перемещаемся во времени. Проходим мимо охранника. Кажется, здесь был бой. Наверное, они пришли отсюда. А, вот почему нас убил этот чувак. Это какая-то скрытная, что ли, организация. Почему это там ходят чуваки с оружием? Какого хрена? Так, смотрите, значит, тут где-то ходит охранник. Значит, нам нужно как-то вот так вот спрятаться, вернуться во времени и посмотреть, где он. Я правильно понимаю? И пройти сквозь дверь. Вот так вот, раз. Ага, все отлично. Блин, прям, ребят, прям вообще нравится игрушка. Прям круто. Так. Также, а, во, смотрите, мы можем также из этого времени смотреть в прошлое. Так, то есть вот тут ходит охранник. Это кровь? Пожалуйста, пусть это будет не Алекс. А, вот кровь. Так, значит, давай посмотрим времени. Держись, Алекс, я уже иду. Попав в передряг... Ну, это мы уже читали. Так, это мы с вами прошли вниз там, да? Так, главное не перепутать кнопки. Значит, Q это у нас мы смотрим сквозь окно времени. Е перемещаемся. Так, тихо. Блин, очень круто. Прям не перестаю восхищаться. Как же мне там пройти? А почему теперь это снизу пишется, а не слева на очках? Туда как тебе пройти? Очень просто. Ты имплантировал подобный образец ДНК? Я поместил ее в матрицу близнецов, и ТК-45 кажется стабильной и готовой к использованию. Кажется, недостаточно. Если эта формула не наделяет телекинетическими способностями, Мейсон будет недоволен. А я вчитался и не увидел, кто там. Погоди-ка, телекинез? Это способность двигать предметы силы разума, верно? Я пока вчитывался, не заметил, кто там сидит. Там этот, Алекс был. Ладно. Должен быть еще один проход. О. Давай признаем, формула ТК это, возможно, единственный способ пробраться к Алексу. То есть... Подожди. А, вот наша... То есть ты хочешь сказать, что в этой игре нам дадут несколько сверхспособностей? Нихера себе! Ладно, тогда. Была не была. Возьмите предмет с помощью и удерживайте, пока не зарядится.
Затем отпустите. Вот это да! Это невероятно! И ладно, честно говоря, потрясающе. Охренеть можно. То есть, берем, опускаем. Берем и на левую бросаем. Я, конечно, не спорю, что это было опрометчиво использовать хрен пойми какой шприц на основании каких-то там... Ну, это круто, чуваки. На основании каких-то там разговоров докторов, я хотел сказать. Так, у нас какой-то заряд там или что-то. Используйте, чтобы поднимать и держать. А, вон он как. Все, проползаем. Так, у нас две способности появилось. То есть, ну, у нас телекинез и у нас с вами... перемещение сквозь время. Там в сериале были люди, которых... их было двое, у которых было несколько сверхспособностей. Но это уже совсем другая история. Кому интересно, может посмотреть сериал. Так, а я, собственно, чё? Тут вот так вот. Так, удерживая, затем нажмите, чтобы зарядить кинетическим броском. Отпустите, чтобы бросить в цель. Но... я взял его. Если предмет подсвечен желтым, то он слишком тяжелый, чтобы поднять его телекинезом. И что... А, тогда мы берем вот такую херню. Что с тобой не так? Да что с вами в принципе не так? Предметы. Тогда мы берем вот это вот. Берем вот так вот. Это как херакс. Охеренчик. Круто, люди. Вообще круто. Такой, уи, все, пропала бочка. Так, а нам сюда или? Оп. Надо аккуратно это все дело делать. А у нас, смотрите, вот они бочки. Сейчас мы такие берем. Идешь нахер. Все, мы бессмертны, нахер идешь. Подожди, он не умирает? На! Только вот встань, попробуй, слышь? После такого не должен человек встать. Ну, там, я не знаю, ну, у него там должны кости переломаться хотя бы. О, дайте мне дробовик. Дай. Сука. Какого хрена у солдат такая раскраска? Там, типа, матерое время. Так, нужен ключ, да? Кассандра? Это Алекс. Ты меня слышишь? Алекс, ну, слава богу. Я думал, что они... Пожалуйста, скажи, что с тобой все в порядке. Во всяком случае, пока. Они закрыли меня в кладовой. Не знаю, где именно. Нам нужно вывести тебя отсюда. Я найду тебя. Погоди, я могу попробовать использовать GPS в твоих очках. Бам! Я отправил тебе точку маршрута. Найди меня по ней. Я уже иду. Кстати, Алекс, я рада снова слышать твой голос. Опа. То есть я понял, здесь закрыт. А где этот? Дробовик есть, тела нет. Что за бред? Так, давайте посмотрим, где он там орет. Так, вот он, да? Уходит. Ага. Берем. А, он слишком тяжелый. Ну ладно, мы прошли, нам больше ничего, в принципе, не надо. Так, будем знать, что людей мы не можем поднимать, только, ну, не всех получается. Он, у него получается броня, что ли, или что? Почему такой тяжелый? Того-то мы смогли шевырануть. Что, в принципе, очень так странно, по идее. Ну да ладно. Так, тут бочки, это все понятно. Так, нам тут пройти нужно, телепортнуться, да. Так, а где этот чувак? Давайте быстренько прошмыгнем. Ага. Тихо. Ах ты, зараза! Иди сюда. Как удобно, что объект становится прозрачным, когда мы его берем. Пошел нахер! Выйти из зоны через вентиляционную шахту. Так, где второй? Я слышал второго. На нахер! Ну, смотри, живая падла какая! На! Все, съел. Так, через вентиляцию. Окей. Так, мы, то есть...
Трупы мы можем поднимать. Что-то это какая-то странность. Ну-ка. Да, действительно. Трупы мы поднимать можем. А почему мы телекинезом не могли замок открыть? Это вообще возможно, как бы, или нет? Почему нет? Ну, по идее, там очень тонкая операция, но тут как бы такое. Так, ну да, на этом давайте прервемся, продолжим в следующий раз. Спасибо, что посмотрели, если вам понравилось, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Все ссылки есть в описании. На этом все, всем пока.